19 марта работники жилищно-коммунальной сферы и бытового обслуживания населения отмечают свой профессиональный праздник. В пятницу глава района лично провел встречу с работниками Ямал-Коммунэнерго, чтобы обсудить сегодняшнюю ситуацию на предприятии. На встречу также был приглашен исполнительный директор Ямал-Коммунэнерго в городе Салехард Максим Пономарев. После обсуждения наболевших проблем работников сферы поздравили артисты ЦНК. Подробности в сюжете Екатерины Маховой. Андрей Кугаевский начал свое выступление с того, что 17 марта, 5 лет назад, он принял полномочия руководителя Ямальского района. За этот период времени произошло много переломных событий в истории поселков и предприятий. Но история коммунального хозяйства уходит в далекое прошлое, когда предприятие представляло собой лишь два объекта первой необходимости – электростанция и баня. Годы шли, и предприятие переживало несколько этапов реорганизации, пока не перешло в частные руки. Предприятию Ямал-Коммунэнерго в прошлом году исполнилось 5 лет. Сейчас в каждом поселении нашего района расположены его филиалы. Коллективы сохранились и даже расширились. Ресурсы и мощности район передал предприятию в хорошем состоянии, что в своем выступлении отметил исполнительный директор Максим Пономарев. Мы действительно получили абсолютно работоспособное хозяйство, которое поддерживалось и создавалось в том числе за счет внебюджетных источников. И за это надо отдельное спасибо сказать и предприятиям «Новотека», и предприятиям «Газпрома». Поселки растут, и это значит, что нагрузка на предприятие увеличивается, что требует модернизирования объектов коммунальной сферы. Несмотря на возрастающую нагрузку, аварийные ситуации возникают все реже и зачастую получается сработать на опережение. Руководитель предприятия рассказал о производственных планах, которые стоят перед филиалами в этом году. К примеру, запланирована поэтапная замена котлов и модернизация водосетей. Предприятие в этом году отличилось и по своим показателям вышло в плюс, за что руководство пообещало выплатить премию. Не хочу сейчас вас пока не обнадеживать, не расстраивать, говорить о среднем размере годовой премии или 13-й зарплаты, как ее по-старому принято называть. Но то, что она будет, я в присутствии главы вам обещаю. После вступительного слова присутствующие перешли к вопросам. Их стоит заметить, в отличие от подобных встреч в других поселениях района, было немного. Одним из первых был задан вопрос о новом здании конторы, на что был получен прямой ответ от главы района. Я все-таки принял решение, строительство здания там начнется в этом году. И будем мы его, в принципе, строить пока как жилье, но адаптировать будем под ваши запросы. То есть, чтобы потом перевести распоряжение моим туда. Вот такое решение мое было принято. То есть, подрядчик зайдет и начнет строить. Единственный нюанс, отметил руководитель Ямал-Коммунэнерго, состоит в том, что тарифная политика предприятия не позволяет вкладывать деньги в строительство и выкуп помещений. Так что речь будет идти скорее об аренде. Другие вопросы в основном носили личный характер и не касались дел предприятия. Такие встречи прошли в каждом поселке, и это завершило цикл. Напряжение практически отсутствует. Есть вопросы, которые нужно оперативного вмешательства. И с помощью этих встреч мы практически сделали диагностику каждого коллектива. В основном все приведено в соответствии с законодательством, все с трудовым гзотом. И поэтому сегодня я бы сказал, что достаточно стабильная ситуация. В любом случае, ответы были получены, и организаторы встречи перешли к церемонии награждения. Почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными призами было награждено около 30 человек за различные заслуги перед предприятием и многолетний труд. К слову сказать, в зале в этот день присутствовали представители не только Ирсалинского филиала, но и гости из Салемала, Панаевска и Сюмгасале. Перейдя в эту компанию, стало более комфортнее работать. Повышена зарплата нам, вот как вы все слышали, на 7-9%. Ну что, будем жить дальше, работать. Салемальский этот филиал, я считаю, что, наверное, самый лучший. Часто не приезжают они к нам. Максим Евгеньевич, он никогда не пропускает мимо нас Салемала, всегда поздравит старшего поколения. Поэтому мне очень нравится этот коллектив. Встреча завершилась праздничным концертом, который подготовили ирсалинские артисты и приглашенные исполнители. Со сцены звучали любимые песни о любви, дружбе, счастье и долге. Работники сферы принимали поздравления от организаторов и своих коллег. Рабочих подвигов, самочувствия, конечно, хорошего здоровья, чтобы не прогуливали рабочие
Ну, всего самого хорошего. Наверное. Чтобы продолжали мы так же и работать, так же и молодежь. Чтобы в этом месте столько лет я в рыбзаводе проработала, чтобы в этом филиале и мои дети, чтобы даже не только мои дети, даже внуки. Только здоровья, удачи и надежды на светлое будущее Ямальского района.